Всем доброго времени суток. Вы на канале Ну что, свяжем. Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали. Напоминаю, что вы берете любого пряжу, какая у вас есть. Узорчики все универсальные, подходят под любую пряжу. Самое главное, подберите правильно крючок. Итак, новички, кто еще не видел данную пряжу, смотрите. Называется она Alize Angora Gold. Далее, в 100 граммах находится 550 метров. По составу это 80% акрил, 20% шерсть. И нам советуют брать крючок от двоечки до четверочки. Вот. Я беру троечку, потому что я вязала данную пряжу троечку, у меня все получается. Вы в свою очередь берете также пряжу, смотрите также аннотацию, подбираете крючок. Сегодня будет вот такая интересная секционная пряжа. Хочется посмотреть, как в узорчике будут смотреться переходы. Ну что, свяжем? Так, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 14 аж петелек. Поэтому, чтобы показать все прелести узорчика, я наберу два раппорта. Это получается 14 плюс 14, 28. И еще один дополнительным пол раппорта, да, 8 петелек. Для того, чтобы узорчик ровно красиво закончился. Я буду набирать в итоге 36 воздушных петелек. Вы набираете сколько вам будет удобно. Все как всегда, петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 36 воздушных Поехали, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать, три, двадцать, четыре, двадцать, пять, двадцать, шесть, двадцать, семь, двадцать, восемь, двадцать, девять, тридцать, тридцать, один, тридцать, два, тридцать, три, тридцать, четыре, тридцать, пять и тридцать, шесть. Вот, мой будущий образец. Далее, так как мы будем пропускать большое количество воздушных петелек, чтобы новички не запутались, мы сделаем вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. 3 петельки подъема. Раз, два, три. отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. Это столбик с накидом накид в следующую петельку точно так же ныряем вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом и так вот мы идем по всей цепочке в каждую петельку заглядываем ныряем да и в каждую петельку провязываем столбик с накидом сами себя контролируем количество столбиков по итогу должно получиться ровно столько сколько у вас количество петелек в цепочке то есть я набрала 36 воздушных петелек, значит у меня должно получиться 36 столбиков. А вы контролируете сами себя, сколько вы набрали петелек, столько у вас должно быть столбиков. Не забываем, что первые три петельки подъема, которые мы набрали, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь столбиков я уже набрала. Давайте до конца сделаем самостоятельно, потому что несложно. В конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наш ряд столбиками с накидом. Теперь нам будет не страшно работать с верхушками, да, не с воздушными петельками, а с верхушками столбиков. Итак, вначале мы делаем воздушную петельку, поворот, и вот эту получается петельку мы должны с вами так вот подтянуть, но ну, не сильно много, как бы, да, интуитивно, не сильно мало. Накид, ныряем, получается, вот там, где мы воздушную петельку только что сделали, в эту получается петельку, Вытягиваем ниточку, подтягиваем точно так же и не провязываем. Накид опять нырнули сюда же. Вытянули ниточку, не провязали второй раз. Накид третий раз. Накид четвертый раз. Накид пятый раз. Теперь мы. Все вместе провязали и обязательно зафиксировали. Мы сделали вот такой вот пышный столбик. И сразу же напоминаю, да, чем больше вы делаете накидов, чем больше петелек, тем пышнее у вас получается, ваш будет пышный столбик, эффектнее смотреться, но ну, и тем больше он скушать пряжи. Идем дальше, повторяйте. Воздушная петелька, опять подтянули ниточку, точно так же. Накид, ныряем вот в эту петельку, которую только что сделали, вытягиваем ниточку, опять подтягиваем, не провязываем. Раз сюда же ныряем 2 сюда же ныряем сюда же ныряем 3 накид сюда же ныряем 4 и сюда же 5 все вместе провязали зафиксировали теперь у нас получается вот такие вот два пышных столбика что мы делаем мы отсчитываем 6 столбиков 1 2 3, 4, 5, 6. И в седьмой столбик ныряем и провязываем столбик без накида. У нас получается вот такая вот арочка, состоящая из пышных столбиков. Идем дальше. Теперь мы с вами делаем, получается, 8 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сильно петельки не затягивайте, они нам потом понадобятся. Идем дальше пропускаем опять 6 столбиков раз-два-три-четыре-пять-шесть в седьмой нырнули сделали столбик без накида вот одна арочка с пышными столбиками одна обычная арочка дальше делаем арочку с пышными столбиками опять воздушная петелька и подтянули вот так вот ниточку держим на крючке накид ныряем в эту петельку и опять вытягиваем ниточку Ну в моем случае будет пять раз в вашем случае можете делать сколько хотите да больше или меньше раз потянули накид сюда же нырнули 2 сейчас секундочку нырнули 2 потянули волоски от ниточек они цепляются и тянутся не там где надо накид нырнули сюда же 3 потянули накид нырнули сюда же 4 накид нырнули сюда же 5 все вместе провязали, зафиксировали. Опять делаем воздушную петельку и подтягиваем ниточку. Накид. Ныряем, получается, в эту петельку, которую только что сделали воздушную. Раз. Накид. Два. Накид. Три. Накид. 4 накид 5 все вместе провязали, зафиксировали. Опять идем по нашим столбикам. Пропускаем 6 столбиков. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В седьмой. Оп, нырнули. Провязали. Угу. 8 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пропускаем 6 столбиков. Раз, два, три, четыре, 5. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И в седьмой ныряем, провязываем столбик без накида. Ну, давайте вместе закончим ряд-то. Да? Получается воздушная петелька. Подтянули ниточку, накид и ныряем сюда в эту же петельку. Так. Раз, подтянули сюда же. Два, подтянули сюда же. Три, подтянули, четыре и пять. Все вместе провязали, зафиксировали. Воздушная петелька подтянули. Делаем вторую шишечку. Так. Раз, подтянули, два. 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. Пропускаем 6 столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. И вот там, где 3 петельки подъема, в третью петельку подъема провязываем столбик без накида. Вот. Должна получиться вот такая вот первоначальная, назовем ее, да, красота. Идем дальше. Итак, для начала нам необходимо будет сделать 6 воздушных петелек Раз. 2, 3, 4, 5, 6. Поворот. Сейчас будем делать точно такой же пышный столбик. Итак, воздушная петелька. Потянули ниточку. Накид. Нырнули опять в эту воздушную петельку. Вытянули ниточку. Раз, накид, сюда же. 2, накид. 3, накид. 4. Накид. Пять. Опять все вместе провязали, зафиксировали. Теперь смотрите внимательно. Вот мы присоединяемся, получается, не можем можем в арочку присоединиться, да? Провязать столбик без накида, но можно присоединиться непосредственно вот в верхушку в петельку. Столбик без накида есть. Далее делаем одну воздушную петельку и еще один пышный столбик. Подтянули ее ниточку. И там, где воздушная петелька, ныряем, получается, сюда. И провязываем точно так же. Вытягиваем ниточки. Раз. Накид. Два. Накид. Три. Накид. Четыре. Накид. Сейчас. Пять. Все петельки провязали, зафиксировали. И у нас с вами получился, ну, назовем его цветочек такой, да? Такой четырехлистный цветочек. А далее будьте внимательны. Делаем два накида. И у нас здесь получается было 8 воздушных петелек. Первые две петельки не трогаем и последние две петельки не трогаем. Так? И получается, начиная с третьей петельки, вот раз, два, третья, именно в петельку ныряем. Постарайтесь нырнуть именно в петельку. И провязываем столбик с двумя накидами. Раз, столбик с двумя накидами, то есть провязываем по две петельки, два накида. Следующий получается столбик. 2, столбик с двумя накидами следующий 3 столбик с двумя накидами и следующий 4 вот вот такая вот по итогу получается красота угу. далее повторяется тот же самый цветочек то есть вы делаете опять пышные столбики присоединяйтесь к сердцевинке цветочка Второй пышный столбик и провязывайте в арочку 4 столбика с двумя накидами Я думаю, что вы справитесь. Несложно. Давайте попробуйте самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот наши цветочки, столбики, цветочки, столбики. У вас также получается. Так, смотрите, мы, получается, закончили вот наши пышные столбики, да? И мы должны выровнять наш, получается, ну, ряд, да? Вы помните, набирали 6 воздушных петелек? Так вот, здесь мы с вами наберем столбик с тремя накидами, возвращаемся вот сюда, к основанию, получается, нашего цветочка, и там, где у нас были вот эти три петельки подъема, вот присоединяемся к трем петелькам вот сюда, и провязываем столбик с тремя накидами. 2, 2, 2, 2 петельки. Ну, чтобы у нас высота совпадала, видите? Чтобы все было ровненько, аккуратненько. Далее получается мы с вами будем повторять все то же самое, только в шахматном порядке. То есть если у нас был цветочек здесь, а потом была арочка, да, то есть получается арочка из пышных столбиков, арочка обычная. Значит, мы здесь будем делать арочку обычную. Для начала воздушная петелька, поворот, сюда же столбик без накида и делаем 8 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Переключаемся там, где у нас был цветочек наш, да, вот наш столбик. К этому столбик переключились, сделали столбик без накида, воздушная петелька, подтянули ниточку и начинаем делать наши пышные столбики. Опять точно так же, без изменений. Раз, потянули ниточку, два, три, четыре, пять, провязали, зафиксировали, воздушная петелька подтянули ниточку накид и второй пышный столбик делаем раз два три четыре пять провязали зафиксировали и смотрите присоединяемся получается вот Верхушке, там где верхушка нашего пышного столбика присоединялась к столбику, вот за столбик беремся и провязываем столбик без накида. 8 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Опять перепрыгиваем наши цветочки и присоединяемся к столбику с двумя накидами столбиком без накида. Поняли, да? То есть все, делаем то же самое. Арочка обычная арочка с пышных столбиков, арочка обычная, арочка с пышных столбиков, арочка обычная, и в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот такая по итогу получается красота. Далее мы, получается, закончили обычную нашу арочку столбиком без накида, вот в 6 петелек подъема. Теперь, получается, мы должны будем повторить вот ряд, там где цветочек наш заканчивается, и столбики с двумя накидами. Для начала мы делаем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поворот. И получается 2 накида. Опять первые 2 петельки не трогаем. Начинаем с 3 петельки провязывать 4 столбика с двумя накидами. 1 столбик с двумя накидами. 2 накида. В следующую именно в петельку. 2 столбик с двумя накидами опять два накида сделали третий столбик вот именно в петельку поняли да с двумя накидами и четвертую получается петельку провязываем столбик с двумя накидами есть а теперь получается вторую часть нашего цветочка делаем вначале воздушная петелька подтянули накид и возвращаемся в воздушную петельку раз второй раз третий раз, четвертый раз и пятый раз. Все вместе провязали, зафиксировали и помним, да, что присоединяемся, вот либо варочку, либо непосредственно вот в петельку провязываем столбик без накида. Есть. Опять воздушная петелька, подтянули ниточку, накид, возвращаемся в воздушную петельку и вытягиваем ниточку. Раз, накид, два, накид. 3 накид 4 накид 5 все провязали зафиксировали и опять делаем 2 накида переключаемся в нашу арочку и первые две петельки не трогаем начинаем с третьей петельки провязывать столбики с двумя накидами понятно да и вот у нас по а по итогу опять получается цветочек и столбики тут столбики цветочек столбики Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся, посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что получается очень здорово, да? Все, встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, вот наши цветочки готовы, столбики готовы. Как мы заканчиваем ряд? Для того, чтобы выровнять высоту края, да, делаем 3 накида. Раз, два, три. И вот присоединяемся к столбику, который здесь был. И провязываем столбик с тремя накидами. 2 петельки две петельки 2 петельки 2 петельки все ряд наш закончен воздушная петелька поворот сюда же нырнем сделаем столбик без накида и далее мы с вами провязываем точь в точь самый первый ряд то есть вы делаете арочку из пышных столбиков обычную арочку арочку из пышных обычную и так далее обратно возвращайтесь делайте пышные столбики столбики с двумя накидами пышные столбики столбики с двумя накидами все, сам по себе узорчик это два ряда, видите, раз и два. Далее идет повторение. Все то же самое, раз и два, просто смещено, получается, в шахматном порядке. То есть, по итогу, вертикальный рапорт узорчика 4 ряда, раз, два, три, четыре. Дальше опять раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Все, ничего сложного. Согласитесь, да? Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, как он будет выглядеть, когда будет несколько рядочков. Я думаю, что будет шикарно в любом случае. Ну что встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас все получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Смотрите, по итогу какая получается красота. Нежно, воздушно, ажурно. Если это летние ниточки, то сразу же представляется, это что, топики, палантинчики, различные маечки, да? Ну, может быть, не полностью какие-то такие части, которые можно так вот открыть в яркую. На пляж Парео, гляньте, да, такое интересное. Можно, конечно, и секционные пряжи, можно и из однотонной пряжи, то здесь вас никто не ограничивает. Вы можете два ряда делать одним цветом, два ряда делать другим цветом, то есть на ваше усмотрение. Если эта пряжа более такая демисезонно-зимняя, то, естественно, это могут быть жилеточки, да, и вот такой вот, представляю, кардиганчик в пол, такой интересный. Ну и опять же, что шарфики, снудики, почему бы и нет. Узорчик не новый, пишите в комментариях, кто уже данным узорчиком вязал и что вязали, какой пряжи нам будет интересно. Девчата читают, кому-то идейка понравится, тоже свяжет. Если не вязали, предлагайте идейки, что можно связать, какими ниточками, что вы видите в данном узорчике. Давайте замерим красоту. Видите, узорчик у нас двусторонний, выбирайте любую сторону. Итак, я сегодня набирала, получается, 36 воздушных петелек. Если этой же пряжи, этим же крючком, моей плотностью вязания, то это выходит, ну вот, 15 сантиметров. И тут получается каждый цветочек это два ряда. 2, 4, 6, 8. Так, первый у нас 9. И здесь получается два ряда я набрала. 10, 11. Сейчас расскажу, как я это сделала. Итак, это у нас получается здесь, ну вот, практически 13 сантиметров, до да? 12, 9. Вот такая красота. Естественно, из данной пряжи красота вот так вот будет тянуться. Вот так вот тянется. И хочу рассказать, как я закончила, получается, ряд. Смотрите, тут, получается, я сделала арочки из 6 воздушных петелек. То есть столбик, 6 воздушных петелек, столбик. И здесь 6 воздушных петелек. То есть, как в самом начале, помните, по 6 столбиков пропускали. И обратно, получается, вернулась я, вернулась по 6 столбиков. Там, где столбик, столбик. Там, где арочка, 6 получается столбиков. Единственное, что я провязывала в арочку, я в некоторых вязаниях показывала, как провязывала непосредственно в петельку. Ну, вы видите, да, когда в петельку провязывайте, краешек более ровный, аккуратненький. А когда в арочку, ну, вот такой, ну, у кого как получается? Получается в арочку, провязывайте в арочку. Получается в петельку, провязывайте в петельку. Вот такая красота. Интересно, да, и секционный пряж? Получается, в моем случае я дошла от красного до розовенького, бледно-розовенького и белого, да? Потом, получается, она будет обратно от белого, бледно-розовый потемнее-красный. И потом будет переходить такой серо-фиолетовый, и потом уже в темно-темно-серый, и обратно. То есть данный переход уже темного цвета будем смотреть в следующих узорчиках. Договорились? Как вам сегодняшнее видео? Надеюсь, понравилось. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. И у вас здесь появляются на экране различные ссылочки на видео на плейлисты нажимайте гуляйте по каналу смотрите видео всем ровных петелек встретимся в новых видео пока пока